Начальник областного УФСИН отправлен в отставку. Указ об освобождении от должности генерала-майора Андрея Виноградова подписал президент России 30 сентября. На должности руководителя регионального УФСИН Виноградов проработал 9 лет. Возглавлять федеральную структуру в наш регион он приехал из Костромской области. В пресс-службе ведомства пояснили, что сейчас обязанности руководителя исполняет первый замначальника областного управления Василий Милюк. Что стало причиной отставки Андрея Виноградова, не сообщается. Напомним, за последний год сотрудники региона пенитенциарной системы не раз оказывались в центре скандала. Так, во Владимирском централе заключенные дважды устраивали голодовку. Адвокаты жаловались, что не могут оперативно попасть в колонию для общения со своими подопечными. А Следственный комитет установил, что в лечебно-исправительной колонии Киржача руководство фальсифицировало доказательства для суда. А в сентябре этого года во Фрунзенском райсуде постановили взыскать с регионального УФСИН 1 миллион рублей для компенсации морального вреда двум жительницам области. Их мать погибла в результате аварии вино. Виновником, который был сотрудник УФСИН. Во время работы, будучи за рулем служебной машины, он нарушил правила дорожного движения, из-за чего и случилось ДТП. Фрунзенский районный суд поддержал требования истцов и постановил взыскать 500 тысяч рублей в пользу каждой женщины. УФСИН с приговором не согласилась и будет обжаловать решение суда в областной инстанции.